Хоккеисты Югры празднуют победу. После двух неудачных матчей на домашнем льду Югра уверенно обыграла казанский «Барс». По словам главного тренера нашей команды Вадима Япончинцева, в этом свою роль сыграли бомбардиры. Они забили нужные голы и победили со счетом 5-1. В активе подопечных Вадима Япончинцева теперь 14 очков. Следующий матч на арене Югра команда проведет 10 октября против пензенского «Дизеля». Отмечу, в связи с эпид-обстановкой игры проходят без зрителей. Все матчи домашней серии можно посмотреть в эфире телеканала «Югра». Третий хороший период, добавили в движение, да, поймали соперников, да, так бы сказать, на контратаках. Выходы 2-1 пошли, в 1-0 много, да, ну, немного, но достаточно. Тот же, да, Чусоветин забил хороший гол. Порадовал, если честно, третий период и по движению, и самое главное, сыграли грамотно и правильно в обороне.